пропал будет Олег. Ты на сову заходи давай. Роман, какой ты плач хочешь роли? Который Ване нужен? Да. МГПР 142, у тебя 8. Ну ты понимаешь, что именно поэтому я и не хочу идти с собой в рейд. Но ты все-таки идешь с собой в рейд, да? Ты что, тупой? А, ты холик. Не понял. Я думал наоборот, специально закинул. Как я тебя выручаю, есть сова 6. Сава воет. Там колба, правда, стоит и синяя триня. Ну как раз чешку выбью, чего паритесь. Так, ну чё, я на анхолике. Чё тут ждать? Все равно плащ не упадет сейчас, чем париться. Ну а прикинь, упадет. Вряд ли. Давай забьемся, ваншо упадет. Давайте, 2к дам, если упадет. Давай на 5. А, слышишь, Дэнни Гёрл? Давай. На БДК. Давай. Пряник, а ты на ШП давай. Сейчас подождите пока. По сути, плащ надо заказать. РЛ передавать или ты еще в кашель будешь? Не-не, передавай, все, я захожу. Ну я в втором окне просто. Там плащ только надо. Сука, 3 плаща мне надо и все. Ты на вов забиваешь. Ну не знаю, может. Смысл тогда их забирать? Ну, поиграть. Можем поиграю. Да, не знаю. Я качаю просто, потому что X5 сейчас. Только одевать потом надо. Дай пати бульдогу. Сейчас Дэнни Гёрл зайдет. Сумоним их и начинать будем. Поклонский, а у тебя ПДК, ну, протопал есть? О, Букей, здорово. Здорово, Лёха. Привет, Лёха. Привет, бродяг. Давайте бафы. А, Ваня. Давай, команды. А, так, поклон... Сейчас. Так, Поклонский прот, Арената М5, кто там кулаки бафал, кто-то кулаки каски разобрались. Давайте все тут, пошлите болеть. Ханта нет, Рога, ты намазал яды? Ты чё за хивер? А чё у нас ханта нет? Так кашет. Кому истерию? Писанить-то не будет.
хорошо. В окне хозяина. Дай, если можно, шкаф отсуманем. А кого там еще слот? Лево. Дайте шкаф. Слышишь там меня, не? Слышу, да, слышу. Дайте шкаф, окей. Так, давайте, что там по танкам? В кредит первую. Тихо, кто там пошел? Давай, по танчу. Я АДК, Ваня. Давай по танчу тогда основу. Дэнингел первую копию, Поклонский. Давай, Поклонский, спекайся в танк, а вторую по танчу. Сейчас хидом оно отопьют чуть. Ну, давай, мана есть. Начинай ДК. Цирк приехал. Дружи, не стойте, не умирайте от клима. Не веди ее туда, веди сюда, к крейту. Отойдите там от дерева, чтобы можно было копию вести. Кто-то упал, стоит, хилит. Отойдите, а то сейчас бреет. Два танка сзади, захиливайте хорошо. Всем привет. Привет. Хильте по танчу. Поклонский забирай. Дайте БРу на по танчу. Дайте по танчу БР, забирайте копию. Захильте. Поклонский по танчу, захильте. Добивайте. Дайте рост. Добивайте. Там кто умер, давайте сдали, побежали. Здесь надо будет потом уже все поставить. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были. Бафните интеллект, маги. Сейчас подойдут все. А я спряталась здесь,
и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Жесткий сум был прям под морду босса. Была плашка яиц в светиле. Так, сейчас Хидеман отопит, может какие-то фулбафы дать минимальные. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Так, давайте. Мана есть там, да как тут начинаете? Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Алекстраза выбрала достойных союзников. Глупо было. Ну, ты как, где ты там? Попытанчик, где ты там? Для нее. Ну, в чатике пишут, блядь, что ты. Блядь, ну чего вы по херню страдаете? Слуги, обратите их в пепел. А что будет РС? Не знаю. Сейчас какая-то убьем. Ты помнишь, что тут делать? Что ты сказал, Виза? Ты помнишь, что тут делать, блядь? Я вообще все помню. Да, Дима? Лёха, ты что, воскрес? А, Христос воскрес, ты не Пасха, бля. Какая еврейская. Что такая, опасная какая-то. Крымская. А, Крымская Пасха. Я все не могу привыкнуть к Романовым голосом, да. Он как нуб вечно разговаривал, теперь, блин, вроде оригинальный, но какой-то барыжный, блин. Будто ему 10, все еще 10. Рэджи, кидайте капту на Тингеру. Народ, у кого мы в пласты бесконечной ярости? Мы опоздали. Рубиновое святилище пало. Да, давайте Алексея с собой возьмем просто и все. Дайте шкаф, там сейчас Олег зайдет. Старомы. Олег сейчас 5 минут будет качать твинков. Там протанчу просил свет танчить. В смысле, двоих? Надо. Угу. Ну, давайте, Даниил, тогда танчишь свет, заходишь во тьму, по танчу будешь танчить. Големов на второй фазе, Халёна и Големов. Первая пати всегда будет во тьме, там по фридам сами разбираетесь. Реген на броню, герцогиня на каст-ауру. Четвертая пати, кроме депешмода, остается добивать. Депешмод заходишь во тьму, будешь там Големом дамажить. Тебе по хилам, Рената, Инуба хил, Свято, остальные все во тьме соло или васаб. Во тьме будете диспелить, Свято Олег подиспелит. Так, друиды, иннеры. Соло подиспелишь? Короче, адмиральчик, скажу, кому заливать. Чё, кота нету, да? Ох. Что там секретики за АДК есть какие-то? Типа там не бить, чтоб лужа откадашилась под трэш. Не? Ну, Гаргу на той стороне призывать. Че на той? Она умирает здесь. Че, велох так быстро, что забагали Светлана. И все? Там, ну, морф трэш это понятно. Лужу принципиально не бить. Ну, лужу, да, и... болезни в одного из мелких кидаешь болезни и с него раскидываешь, с босса не получается. Не достает с босса, что ли? Да, он типа от центра, он не от фрейма считает, а от центра босса, от центра он не достает до трэша. Есть же некоторые прям сквозь него пробегают. Давайте, в таком случае не на всех будет. Учите там в руках кто, на какой спик ролит, куда ДП получает. Так, адмиральчик заливаешь Нуба хилу, Олег заливаешь
Юриду. Олег, где спалишь третью фазу? Слышал, Олег? Плюсик поставь. Фу, это тут так покончено моды корабля. Да, я тоже офигел, когда попал сюда первый раз. Не воркование. Я только что вспомнил, у меня КД, пацаны, нет, не пойду так. Так, давайте смотрим, что там по бафам. Вроде все есть. Давайте заходим за линию, чипу. Сейчас, подождите, не полетели, что-то покажется. Что там, Олег, ты с нами? Ты спрашиваешь, короче, третью фазу. Ману там сливаешь кому-то. Не помню, кому это говорил. Так, давайте, все готовы. Декан, начинай. Какой декан? Это Дэнни Гёрл. Близко не стойте, стойте. Так, квадратик, звездочка, трусы, где-то там стойте. Хантер, носи. Под хвостом возвращайся. Смотрим, метеорит, бежи, поворачивай, смещаемся. Готовь сакру. Смотрим, лужи сейчас. Давай сакру. Да, нормально, ладно. Ну. Большой. Протанчик. Далее выноси. Протанчик, это шрам, да? Хорош, красавчик. Ты за это печатал, зачем ты это сейчас говоришь? Давайте больше ДД похолю, но там не успеваем по ДД. С этого трая там ЭП, если шо. Бежим. Не спите, блядь. Играть Шаман, похолю, сука. Бейте Халёна сейчас, прям все аренаты выноси. Таня умер, падает. Че потанчу, давай танчишь. Сейчас заходишь во тьму, да не гёрл будешь. Вторую фазу танчить. Ну, как обычно, галю этих Халёна за лемами. Ой, и скипание делает что-то с ними или не тратить на него? Не, ну... если еще трэш будет жив, когда у тебя откадышься... Я понял, а я уже понял. Я спросил, а потом подумал. Нормально. Антон, там вместо тупых надо писать, типа, Шанан не умеет танчить, не умеет подбирать оружие. Да, Дима, успокойся и уже. И так дальше. А войско, если я вызову, пиздец будет или нормально? Ну, да зачем, смысл? Ну, либо до пула вызывать его, в бою нет смысла вообще вызывать. Так, давайте, тут кушайте рыбу, давайте бафы. Там, к четвертой пати кочуга, короче, остаешься, демон заходит, что я думал, то Африка. Там танки. Ты не герл, танчишь... Големов, на второй фазе Халёна и Големов, а потанчу, начиная сейчас, заходишь во тьму. Там на полу, смотрите. Так, давайте бафы, что там не хватает, смотрю. Вроде все есть, давайте чек на пол. Народ, минуту дайте. Кого? Что там, Дипиш Мод, Киллер Би? Заходите за линию, кто готов. Хан, чё там? Дисконт? Нет. Сзади не дисконт. Да не полите, может у меня отвиснет.
Да не, мы еще не курим. Вроде нормально. Кирби, ты тут? Охотник. Бегу! Таня, ты на месте стоишь. Давай, чек дубл. Там напуливайте, сейчас на потанчу. Кредит. Виталик. Давайте, все готовы, ДК, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Полны получесть. Узреть начало эры разрушения. Архонская, выноси. Бежим. Смотрим лужу. Нормально. Иртыгиня. Юрий, вставай. Дайте ему двоинера, дайте по нему каску лапу приставав. Отходите дальше от Эши, когда Эш бежит. А напуливайте на протопала мелко. Слава, ты же там напульщик. Смотрим, сейчас костул относим. На бахил выноси. Не туда. Бейк нам успеет. Дайте ему каплю, дайте каплю, он успеет нормально. Смотрим, метеорит падает. Бьем Халион. Бейте Халиона больше. Давай, ДК, прожимайся, заходи сразу, четвертый остается, кроме демона. Уходите, если посмеете. Ты ж говорил. Там во тьме в квадратик встаньте. Он потом переназначил, Антон. Ну ладно, так, бьем хильте, главное. Прослушал, значит. Не ел хилься, там прожимайся. Беги, малышка, беги! Вы бьете разных. Кажется, как можно будет зайти. Сейчас нельзя лезвие через 3 секунды. Стоим, ждем, пусть следующих зайдем. Так, друиды своим шаманом иннер давайте. Скажешь, когда процентаж? Ну, 51 готов, после лезвия будем выходить. Портал только не залейте, метка. Смотрим, на ком метка будет, после метки выходим. Кредит выноси. Выходим, свет. Попробуйте сдиспелить, спасибо. Давай, выходи. Так, рост свету. Свет, рост. Первую метку ровно назад выносим, свет. Арината, прожмися. Так, бежим. Так, Олег, Леса и Верзила. Верзила, ты тут? Смотрим лужу в рейд. Перепец, выноси свет, играем по трэшу. Так, Леса и Адмиральчика. Леса и Адмиральчика, Олег. Играем свет только по трэшу, рост по тьме. РД больших, мелики маленьких. Так, Адмиральчик, потом перебежим, Верзилу риснешь. Присты бьем через взрыв разумов, когда играем по Халиону. Смотрим, где сейчас будет.
Бежим. Смотрим на лужи. Давайте, Хален, стоп. Ждем трэш, играем по трэшу. Хант, выноси. РДД больших, велики, маленьких. Мелкие растут, отведи еще дальше. Вставай. Дайте ему инры на бахилу. Филиппец, дай гим, ставь тотем на бахил. Мелкие растут, растут мелкие. Играем, блядь, играем в свет в трэш, мелких. Все бьем мелкие в трэш. Малышка, беги! Тьма стопает, тьма стоп. Кильки в кредит, играем по Халеону. Смотрим, бежим, 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 бежим. Так, кота нету, трэш будет херово заливаться, тьма не бейте. Сколько еще таких героев? Там наши силы ХП оповещение выключено. Там... Ну, сложно чуть-чуть. Вообще урона много летит. Хант то ли плохо напуливает, БДК плохо прожимает. Хант с меткой выбегал, я не успел напулить. Там кот два раза умер. Ты оба раза этих с меткой выбегал? За что прожиматься? Просто... Ну, типа... Нажим, короче... Не-не, смотри, тебя нажим, бьет большой голем. Големы. Под големы. Да, но ты должен отдавать зеленку под дыхание, а не под голема. Зачем тебе от голема зеленка? Потому что когда голем, тогда и дыхание там еще плюсом летит. А когда сейчас стоят я в два раза видел, когда у тебя зеленка была, дыхания не было два раза. Там хилые шаманы. Отбегайте дальше от рейда. Не стойте в рейде прям. Рейси оставит, потом защиты от огня. Да, и, ну, короче, урона много не было, по-моему, тотем. Все тут дайте фубаф, и Трисси ставь тотем от огня. Так, им опять там раздайте еще, давайте чек на пол. Поклонский в кредит, Рената. Фу, короче, я руберет тут один. Так, давайте, все готовы, заходим за линию, ДК один изготовку. Все, ДК начинаем. Ты добиваешь больших Кощунга. Да, да. Бейте там, ну, какого-нибудь одного, выбили двоих, сейчас вообще поманите. Бежим. В лужах не мрите, смотрим лужи. В рейд. Не знаю, как выжил, залагал в лужи, короче. Отведи с этого мелкого ближе к такому-то мелким, отведите ближе, бульдог и носи. Блять, ну не надо его откидывать только. Смотрим, где-то падает. Бежим. Смотрим лужи. Бреет. Так, Даня, резай бульдога. Крепец выноси. Дайте по нему каску. Ну как-то мелкие ни в одной куче стоят, не могу понять, что. Как-то сведите их, что ли. Четвертый остается добивать, ДК прожимайся, сразу заходи. На рейд заходите. Бьем кружочек все. Там во тьме в квадрате встаньте.
покажете, когда можно будет зайти? Сейчас. Давайте, заходим, там доты добьются. Быстрее. Давайте, 2 секунды. Пропускай лезвие, ближе к морде, выноси этот майн. К морде, к морде. Диспельте его там. Блять, а Поклонский как умер. Вылетел. Поклонский не умер, он вылетел, он живой. Да не, он вылетит, он дохлый. А, он умер, да. Падайте. Куф отказался играть за ШП, Эру взял первое место. Все их. Они... Кто это вообще? Эру? Ну, нормальный тип. Ну, они уже закончили? Да, все уже. 13 числа будет. Сука, Лига Победителей, или как он там назвал их? Лига Легенда. Давайте тут слушайте фулбафы, давайте. Давайте соберитесь, отбиваем, да, расходимся. Если что, мы же еще тут сходим. Перестал, пойду качать. Иди. Аня, ты не хочешь качать мне приста? Не, я хочу Роу своего закачать конченого. Там 20% и... осталось на 5 квестов. Атаки, 4 персонажа фуловые. Давайте чек на фул. Заходим в зрение в трудов, там такая одна позиция. Секундочку. Так, что-то забагалось. Давайте еще раз. Ну подожди секунду. Пуляйте, пожалуйста. Все, давай. Отойти 30 секунд. Все, я ушел. Не пуляйте. Бля, я только доживал, чтобы сказать, зачем тебе качать приста, ты все равно будешь не топчиком. Ты ДК проебал. Палом проебал. Че, блядь, и пристал опозориться-то? Как ты вообще связал то, что он качает себе приста с турнирами? Ну, после я того, как я сказал... Потому что это единственный класс, которого я еще никогда в жизни не играл. Ты готов? А, да. Давайте на пул. Так, Рената. Давайте. Все готовы, начинай. Близко не стойте, но квадратик становитесь. Бежим, зай там падает. Юрий, доноси. Блин, твою налево. Так, первую фазу там пройти кто-то за меня. Сейчас телефон быстро. Ваня, ты картошки начистил? Я начистил. Понятно. Че, там больше нечего в Беларуси делать.
начистил, а она у вас не в пакетиках? Кто у нас побольше, чем у вас? Кто у вас в пакетиках, у нас растет на полях иногда. Но не всегда. Так, я тут, давайте заходите, добиваем чейнку. Лезу я 4 секунды. Так. Мы еще тут бьем. Скажите, как можно будет зайти? Заходи. Давай, там доты-то бьют, заходим. Агро. Сори. Чуть не обосрался, конечно. Пропускайте лезвие ближе к морде, выносите. Верзила, ближе к морде. Еще ближе к морде. Спальте его там. Друиды и наш своим шаманом. Стойте во тьме в квадратике, Верзила, выноси назад, выноси. Да, вот так. Там надо будет холёную двигать, так что в квадратике стойте, чтобы лезвие не надвело. 51, смотрим, сейчас будет лезвие, после лезвия будем выходить. Блять, как можно было так сдохнуть? Верзила вышел. Да я понял. Смотрим, метка, Дедвар, выноси. Блять, еще один. Нубахил, оставайся тут. Оставайся тут, Нубахил. Так, адмиральчик. Давайте бьем холёную, рост цвету. Адмиральчик Ресса и Верзила. Свет рост. Скажите, когда можно будет ему зайти? Дедмайт назад. Иди в задний портал. Тебе скажут, куда зайти. Нету метки. Бежим. Заходи. Заходи. Давайте, смотрим, сейчас будет лужа. Лужа в рейд, аккуратно. Свет, играем только по трэшу, рост возьми. И... кто там? Слава, выноси. Давайте свет только по трэшу играем. Давайте бьем холёна. Так, депеш мод выноси, да не хил пожнися. А, это не хил. Блять, ничего в метке не хилить, Олег, ладно, бежим. Так, Филиппес, 2 гим, ста... Ебать. Падайте. Можете давать ГП, я тупо лагаю. Причем мэн. Пизды. Небеса в огне. Ваня, ты долго в норде качался? Читаешь? Долго рогу в норде качал. Ты что, докачал уже? Да не. Нет, там. Я там сейчас это, пойду ап на 4 левела быстро в запределье, то и пойду уже в норд. Он чувствует, мне надо будет сейчас зайти на килла, если там Рома не отлагает, а там плащ как всегда упадет. Рома, ты тут еще? Не тут. Да, делай. Дайте порт в агримар пока. А, я шмахаю. На ваниле, короче, прикольная тема. Там, знаете, где андеды качаются, там тыквы надо собирать, короче. И там рядом башня такая есть. Ну, мы с Джезом идем, короче, он крестом, я там баром. Он такой говорит, вот две тыквы, типа, они быстро резаются.
Пошли на башню, там убили всех, там сундук стоит. Он такой с башни прыгает, блять, тыкает и собирает. Я этот сундук открываю, там меч падает. Тупо одна стрела. Ну, мне как танку заебись. Что-то там 15-20 урон. Так, ты чё, Кащука, хила будет делать? Не, там успехом надо что-то быстро перебить. Дайте шкаф. К чему была эта история, я не понимаю. Дело что это только что? Дайте шкаф. Шкаф, шкаф, шкаф. Дисрупт, шкаф. Ну, давайте быстрее. Вайт. Что там, курганы на шкуры горят, да? Не, кузня крови горит. Олег, а зачем ты еще шамана качаешь? От скуки. Просто. Давайте, все пока, давайте бафы. Знаю, Рома, ты с нами? От скуки надо. Говно какое-то. Ну выйди с РК, без РК попробуй. Какая разница, я тогда умру, вы у меня БРники, я буду лагать, лежать. В РК я хоть сказать смогу, что я лагаю? Может там порнушку выключи? Да у меня ничего, все выключено, это батя просто что-то делает. А три компа включены. Что опять эти биткоины, что там фармит, да? Угу. Так один компьютер ему выключить, да и все. Ну мне потом голову может выключить. Давайте чек на пул. Будет как на картинке, когда ребенок дротиком кидал в глобус, видели? Не, не видел, наблюдал. А, я видел, нормальная картинка. Так, карината. Ну, короче, у меня 630 пинг. Вообще жестко. Давай ты на мага моего зайдешь, я на твоего паладина. Кирю. Да, и чё ты рейлить будешь? Давай пробуем так еще. Чё, хилами нормально рейлить? Ну, давайте все тут, начинай. ДК. Завтра часов в 11, 10 кп, если мы эту резку убиваем, да? Юрит, выноси. Бежим. Смотрим лужу. В рейд. Ты тут еще? Я тут, но меня один моб убил, просто один моб. Даня, Берек, КД? Поднял. Дайте ему инеры, дайте ему... Надо, не надо мне никаких инеров. Дайте просто маны и все. Ой, в смысле этих бафов. Хитли, да не герла. Там все помогайте тоже хилить. Смотрим, где сейчас будет. Бежим. Бред. Блин, ну кто так диспелит? Дыка, не заходи, стой, стой, не заходи. Юрий, ты тут еще? Так, Олег, резай быстрее Юрида. Дыка, не заходи. Давай, Дыка зашел, хилы заходите. Блин, сейчас, быстро. Трисия стоит. Беги, малышка, беги! Маги дайте. А, не маги, папа. Скажите, когда можно будет зайти. Заходите. Заходим, доту добьют. Я развис, можно идти, нет? Нет, стой, нет. Уже стой, стой, стой.
Заходи. Заходи, заходи. Дайте инер своим шаманам. Майд, выноси. После лези будем выходить, сейчас будет метка, после метки будем. Давайте, больше ДПСа. 51, давайте. Бейте, бейте. Все, выходим в портал, идем. Идем, идем. Расцвету. Бежим. Посмотрим лужу сейчас. Вред. Беги, малышка, беги! Играем по трэшу. Рост вот мне. Отводи мелких назад. Свет только трэш. Ну? Так, Свет, играем по Халёну, да, Арената выноси, до него прожмися. Смотрим, зрение сейчас будет. Бежим. Давайте, Свет. Блять, Свет, Халёна 100. Кирилл, ты тут? Свет, только трэш бьем. Заходи. Адмиральчик, иди резай его быстрее. Вон на той стороне. Играем по трэшу. Приз, дай один на хп. Падаем, падаем, падаем. Блять, так как вы там дохнете по КД, блин? Все три хила. Юрит, чё там с тобой? Он добежал до стены, короче, развернулся, прибежал в рейд. Добежал до стены, потом стоял там, стоял, начались лезвия. Сдиспелил и сдох уже в лезвии. Юрит, это кто? Кому там тебе хп кидать? Ну ты добежал до стены, развернулся, добежал почти до рейда, развернулся обратно, побежал, потом остановился, постоял. Блин, такое ощущение, что вот это вот прикалывается, какие такие тупые вайпы, там шаманы дохнут, а то уже трэш не напуливается, блядь, ну вообще. Я возьму, пойду, Юрит будет сейчас. Юрит, я тупил, подожди. Сейчас вайп был из-за того, что танк в свету сдох. Причем тут шаман? Да не, мне кажется, это Энха нет. А-а-а, вот оно в чем дело. У шамана у нас не вкачан, оказывается, стал. ГП шаману. За... Че не вкачано? Ну а при чем шаман? Че, приз не диспелит никогда или че? Зачем он стоит? Тут просто так не висит. Блин, короче, сейчас начнется бомбежка, я уже предполагаю. Смотрите, Войд линканул ХПС, когда Трисия был с ним во тьме и с ним вышел в свет. А я все равно у Войда в рекаунте выше, чем Трисия почему-то. Блять, я не хилил там, я вообще почти не хилил, когда они выходили. Потому что ну бы хила не было. Так а зачем саман, шаману тратить ману в войне? Да Рома тупой просто, я выхожу в свет, я поэтому и не хилю, я смотрю, как рейд стоит и все. Дайте фулл бафы. Так же делаю, если в свету, я просто иногда через раз цепу пускаю и все. Там же ману надо в свету потом. Но могу поэрелить, если... Да он тупой, не шарит. Дайте фулл бафы, чек на фулл. Но я намекаю то, на что, из-за чего мы упали, как бы. Так, шаманы, короче, этот... Юрит, свет выходишь, нубахил во тьму. Подожди, okay. Может, Кай, он вкачает свой скилл, у него сила прилива нету. Что? Он говорит про то, что он не смог с ним связь диспелить, говорит Юрит.
Да, у него талант не вкачанный. У него вкачан талант. Вот. А сейчас, подожди, а как это? Я только что смотрел, у него не было. Да, он да, переспек махнулся просто, и все. Спек сменил. А силу прилива не вкачал. Могу парелить, если псих будет диспелить. Давай, может ты парели, я подиспелю. Давай. Тогда... Так, тогда Юрит все ты должен хилить. Олег, тебя не слышно вообще. Ну все, тогда просто представляешь, что меня слышно. А у меня ассиста нету. Сейчас. Сейчас, секунду, подожди. БР на КД у всех, да? Ладно, кредит-то тут. А, кстати, его исцеление по танку из тьмы. Все, все это уже не важно, этот портанчик, иди начинай. Ренан, ты не стой, пожалуйста, в миле зоне, чтобы потом умирать. Филипец, Филипец. Филипец. Все, пошли. Может, ты чё курил? Ой, нет, не прячь. Прячь идёт на МТ. Он танчу не нажимает там всякую пенсию, да, ты прячь. Малышка, беги! Пошли. Я дал сушение, протокол не забрал. Нет, протокол забрал, он просто отдельно. Я видел. Мадрамали, подрамай Гудогу быстрее, играйте пока в трэш, не заходите, играйте. БДК, все, заходи. БДК, заходи, силы зашли, Гудогу баф, погнали. Скажите, кто? Дайте каску, пожалуйста. Конский у нас нет. СС КД, если да, то сколько? 7 минут. Так, когда получилось? Наверное, сейчас, да? 100%. Коза. Пошла, сейчас портал и метка. Кидерби, вынеси метку, потом за портал пошли в свет. Так, встали в квадрат. Не давай рост пока. Шо ж вы так не спалите плохо? Юрит, иди
Рассвету. Юрий, дай сейчас свой рост. Бутланский назад не упал. Дай рост, Юрий. Спасибо. Андрес рост. Убивай. Побежали. Тогда ты пошел, дай рост. Нормально, проноси метку. РДД. Да, тебе меня пиздец. Я бы сам налагал. Ну да, Влад. Не давайте рост без команды. Еще таких героев. Это все потому, что в кредит не танчит. А че, у них нету АДК? Ну, в кредита нету БДК. Там, блядь, ты... Я и не просил с АДК, если че. Его БДК, по-моему, здесь. Мне кажется, у него нету. Совести у него нету. Законченные? Вдвоем? Говорю, меня попросили, зайти... блядь, меня попросили зайти на АДК. Да тебя подъебали, зайди. Видишь, тебя подъебали. Слышал, блядь? Законченные вдвоем. А у тебя нету тут АДК, кстати? Чё это? Трисия вообще не хилит. Он Минск вылетел уже, да? Я ругаюсь. Да, я вылетел, все, пока. Мы не убьем Альтов 4. Можем убить, если кредит будет танчить свет, а да не делал тьму. А протанчил с АДК с пятницы. Криса, ты живой там еще? А что там по захилу танка? Что-то было? Ну, не знаю, Триса вообще не хилит. Трисия, я кидаю на танка волна. Вот. Так он не так, как Транга хилит, блядь, цепнухой через танк. А есть мамонт или Дживс? Ну, у тебя 200 кав танка. У меня 700 кав. Ну, он же не про хилищие волны, там про энергетические какие-то. Ой, блядь, давай еще пошутишь про что-то. Про белорусов могусь. Ну давай, я хоть посмеюсь. Давай быстрее, потому что он уже смеется, как, ну, не как он. Если я его сейчас рассмешу, он обрыгает просто, мне кажется. О, лол, я никогда не рыгал, дурак. Давай, Саня, поспорим, если мы сейчас не убьем, ты качаешь меня пристав. Ленант, а ты тут? Не-не-не. Чего? Трися, у тебя есть АТК. У меня, я ж повесил КД, все нету АДК. Ждем этого Рената, отлагает там, раздаст кресты. Чек. А у танчу есть АДК? А кто тьму танчит вообще? Танч. Нет, кидай в танк, пока ты молитву восстановил. А в кого ты волны кидал, Сань? Кредит вроде пытался. Да, ну, ДК, блядь. Я думал, Виталик танчит тьму. Ну понятно. Заходите, заходите за линию, все готовы, давай. Когда он в свет вышел, ты решил, что хилить его больше не надо. Справился, пацан, хуй. Не видите маски, я уже пью, блядь, 3 дня. Не умер же, давай, вставим квадрат. Гимн. Два раза в квадрат. Пошли за квадратом. Квадрат. Дальше, короче, Клонский. Почему там не сильно? Снова надо дисплеить. Дисплей слева, левый нос. Нет. Вставим квадрат быстрее. Не жаль. Закружим 5 крайний квадрат.
пати бьем. БДК заходи. Блять, ладно, не успел повесить метку. Есть там метка, блин. Это есть метка. Вот, ну, нормально, кинь это надо хилу. Бит. Нормально. Надо хилу, это не протанчик, чипанчик. Кашка-то зайти. Заходи. Не живем, как это не заходи. Персонально мне послезло внимательно. Нет метки. Смотри, в дебаф они могут. Сейчас дадим. Лезвия пошли. Фаза 3, берсерк через 5 минут. Метка на... Идите лезвие. Кредите мне. Жрание больше не кредит. По команде ростит. Ждите, пока в кредит зайдет. Это почему не давали роста. Давайте поставим. Майн выноси метку. Так, Д2 в метку. Побежали метеорит. Для большого глема. Видите, метки трэш. Давайте батарея рост. Да почему метка. С него диспел. Огромный рейди. Молодец, Эйкин Блинк. Вставай. Свет днем только трэш. Бафы по маме. Так, Мерзилов пора менять, мне кажется. Мерзилов всегда умирает во тьме. А что за конь? Да, я заметил, Дедмайн нанес метку. Так, встали в туда. Сейчас будет метеор. Побежали. Никого свистит. Гим на хп, дай приз. Так, свет, не бьем, повернем. Вода встали. Адромали. Закиньте адромали, там есть. Нет, ты в лезвие стоишь сам. Все, сыграли, трэш. Не бейте, халем. Тонкий свет. Ну как спасти только. Так, а вот он заходит. Может, пусть Кощуга, ну да, Кощуга во тьму, а этот вару к свет пойдет. Лучше Трисия в Элема, а хила. Блин, Олег, ты можешь управление голосом? Уже голова от шума болит из твоего микрофона. Что-что еще раз? Шумит у тебя звук. Там не шум, там подавляющая тишина. Короче, мы можем сделать, ну, нормально. Березилу, Папагер. Да. Кощугу в хила и в свет, а Юрида во тьму назад. Да у Кощуги нету хила. Есть у него хил. Он же хилом сначала плюсовал. Он никогда не хилил, Рома. Да хилил он этим шаманом. Мы долго... Он не хочет хилить никогда. Поэтому... Мы долго будем бить, короче. Можешь линкануть хпс из тьмы и понятно. Да. Может, Трисия на сову зайдет, а Олег на Эршаму? Может, три хила свет, два хила тьма?
У нас сейчас во тьме упал танк. Поклонский на ШП. Беда. Точно, у нас же в протопалах и ШП проблема, Коль. Ты молодец, ты все разрешил. Этот мелкий трэш, Рома. Так, наверное, надо пьяного Трисю в свет отправить, а Юрида во тьму. Ну мы падали первые трайки, а короче, пьяного в свету не хватало. Вообще убрать с рейды и добрать вместо меня кого-то. Yeah. То еще самое лучшее решение. Ну ладно, давай попробуем еще один трай. Ну у нас ВРК 28, может быть кто-то там раздуплит. Валера не просто умничать части будет, а что-то поможет нам сделать. О да, этот Арексис, это точно, да, может быть поможет вам. Он написал, слоты есть, но он же не зайдет на Эршам. Но он может кого-то зайти на кого-то, а кто-то зайдет на Эршам. Че, верзилы уже кикнули? Кто у него вообще есть? Варрок, Даймак. Адромали, Киллер Би. Меня лучше кикните, я хоть пить буду, дальше пойду. На туре есть, пока я не... Че вы? Ну один драй еще, ладно. Блин, он там еще и фортит туда зашел там. И все бы что разрешили метронить один раз. Вы великодушны. Киллер Би, ты тут? Так может вам мизантропа взять? Алик на Эршаму. Ну сейчас, подожди. Впереди... Ну или давайте трай еще. Есть еще вариант танка нормального поставить хотя бы в каком-то из миров, который хоть чуть-чуть прожимается. А чем танки не устраивают? Блин, ну тяжело. Реально тяжело. Да не герой, нормально прожимает. Три танка сложнее хили, чем два. Уже Джерри, он на хилах на Рексе с варом. А есть у кого-то еще голда на починку? Нет. Ваня просто никогда латником не играл, 50 голды мне дал. Заходите за линию, меня слышно еще. О, хорош, спасибо. Дайте мамонт, есть у кого? Меня слышно? Да, слышно. Заходите за линию тогда. Начинай. Какая линия, я, блядь, красная. Ну, круто подтверждаешь заточек. Но я нет нажал. Давай скинем. Ну, я думаю, ты уже успел починиться, правильно? Конечно. Ну, так зачем продолжать? Я бью. Молодец. Ну ладно, заходим, вышли только чемпион. Заходите. Подвис слегка. А я тоже слегка подвис с огромным бингом в том трое. Нормально. У кого есть... Так, у кого есть АДК еще? Это, кстати, Войд говорил, что давайте трай дадим. Ну так далее. Вот. Дайте ему ГП. Так еще хочешь? Ну что, у этих двух ДК, у протанча нет анхолика, что ли? Нету. Пусть делают, сука. Да меняйте меня, я готов, я вообще нихуя не могу жать. Так, протанча, заходи на этого, на ретрика. Герцогиня на АДК. Кредит в БДК. Так. Теперь осталось Эршама найти или Сову. Как раз 2-3 января кучу рейдов можно собрать, и мы сейчас всем КД навешим. Блин, да вот... Жаль, жаль, но ничего страшного. Соберем уже больше рейдов на следующей неделе. Так может там мизантроп Эршама зайдет? У него нет Эршама. Там спулми есть. Может, там Эршама спулми должен быть. Где ты его видишь? А проблема, что в Дэнни Гёрли? Не, он в танке остается. Ну так а зачем вы протанчу меняете? Потому что он падает во тьме. Потому что протанч это не Дэнни Гёрли. Но там падает во тьме не из-за ДК, а из-за... Но... хила. Его вины там нету, как бы. Я тоже думаю, не надо вешать Дорну КД, пусть он возвращается на ретрика просто.
Да не герл, попробуем. Ну, возьмите нормального эршама, еще раз попробуем нормально хилить. Я лагать перестал вот. Да какая разница? Ну, где был Трисия, в любом мире, там падал танк. Это непонятно, что ли? Ну вот сейчас онлайн, у нас в онлайне нету рестер-шамана, не в РС-ке людей. Есть жриц ПД, это вот этот верзила, который покинул рейд, его можно взять по второму кругу. Есть мизантроп, который может пойти с собой, а ты или Ваня на эр-шаму зайдут. Там Мудиарин зайдет эр-шама сейчас. Окей. Есть спунми вон на варе в сети на бумбастике. Он не может. Дайте шкаф. Спасибо за РС-ку. Че, в ДД? Да, ты тут можете фулл баф давать. Так, мне куда идти, во тьму? Вообще ничего не слышно. Брит свет, а ты тьма. Слышно? Окей, да-да-да. Давай, кресты раздавай и все, погнали. Дайте рыбы. Заходите за линию. Кстати, приступав, на ДК нету. А танчу иди начинать. Все, давай, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Да. Клавиши слышно лучше, чем тебя. Блин, это херово. Давайте куда ты пишу. Васа поднимает, я знаю. Вот только у меня сильнее. Хорошо, кто-то под босс пришел. Забираем. Да не герни, не достаю. Не, сейчас мелкие бьют громче тебя. Выходи, заходите. Ничего, осталось потерпеть 5 минут. Thank you.
скажете. Без комментариев. Под мордой бежал. Ну под мордой, блин. Дэдмайн, закройтесь. Дайте по трэш. Просто по тьме. Свет, белый трэш. Молодец, сыграл. Минус 2 мага. Тоже имся. Блять, чё это? И почему мы сдохли, Ваня? Я не знаю. Мы в Ракшаса превратились? Чёрт, у нас что заразил? В смысле, он презерватив не одел? Рыба, Граза, мага, всегда вина мага. Ну, там ДК может еще не регенит себе руны смерти, но Ваня тоже их не регенит, так что такое. Так что нечего винить ДК. Почему, Ваня, я первый сдох? Все дают на пол? Да нет, конечно. Вряд ли. Не, ну как-то мы сильно быстро прям сдохли. Я начал большого бить, тут у меня Халён убивает. А у вас копии закончились, а у вас рыба. Ну, если это копия. Так а до этого не сдыхали почему-то. Я умирал один раз. Да вы там, когда это, маг-рок выходит, тебе там сразу кидаете на полу ПДК, что танчит, там вам времени хватит, чтобы отхватилось. А копия снаряди на вторую перебежку. Не, надо подроздывать их. Да, я тоже всегда подроздывал. Чё там, мне за трай, в котором я вылетел, ГП дали. Сейчас не будет ничего никому, да? Просто после этого ни разу не начисляли еще. Ну давай посмотрим. Да, по-моему, сколько играли? 3 трая, первый трай. Никто ничего не падал, второй трай, Филипец. И кто-то еще умер, да? Айкин Блинк сорвала Грува. Потом трая. Так это же не из-за меня, беда. Филипец просит поменять. А из-за кого? Давай за этот рай тогда, Олег, чё? Так за этот рай тоже сейчас накинем. Подожди, я же за прошлый кидаю. А рогом их он там будет? Ну давай рогом тоже накинем. По сотке. Так, кому ещё? Это за то, за позапрошлый трай. Теперь за этот, да? Филипец опять падал. Блин, я же упал под задними, передними задними лапами. Там вообще никак, середина просто была. Просто вы немножко вот, когда ГП начисляете, ну это очень тупо выглядит. Там понятно, что человек не может быть виноват в этой ситуации. Филипец сейчас ровно в середине босса лежал, прям ровно в середине босса. Скрин даже есть, блин, где лежу ровненько там, прям... по центру. Там как раз середина дыхания идет, точечка маленькая. Ну да, я за позапрошлый трай ему накинул. Что, за хвост теперь отбегать всегда? Ну, я всегда отбегаю возле хвоста. Ну вот смотрите, у нас Войд часто ходит в РС-ку, и я практически уверен, что Войд напуливает. А Ханта этого я не часто вижу в РС-ке. Вот Ханту, в принципе, можно дать за напул ГП. Но это ничего не изменит, потому что, ну, вы ему не объясняете, как напуливать. Я бы трешак сожрал, если... А он постоянно трэш, на меня 1-2 моба постоянно прибегают. Как у тебя это получается, я не понимаю просто. Все напали, все напали, паладин висит. Раньше не все на паладине висит.
Я не Клан, бью, я холли пал, который в жопе стоит самый. И на меня добегают мобы в конец, они бегут и бегут ко мне. Один срывается только на сову. Ну так объясняй ему, как напуливать, я не знаю, как за ханта играть. Так вон там Джерри он есть. Подождем, ты объясни Джейми. Ты будешь давать ГПС за этот трой? Ты только что дали. Это было за тот трой. Тебе же ВП надо. Да, ты не падал, по-моему, на том трой. Ну, короче, трой я основал игру. Ты выходишь этот свет, охотник, кидаешь на пул на этого. Да не герлый, бьешь как обычно, там прожимаешься, когда перебежка идет, ты нажимаешь, ну, нажимаешь эскейп босса, чтобы у тебя таргета не было. Кидаешь перед на пол в поклон сквозь, ты ждешь, пока трэш прибежит. Вот только он прибежит, там первые два моба, кидаешь сразу град стрелы, все, это на пул твой идет. И пока там на пол есть, бьешь градом стрел. Все. Он готов на сапкатовый перевыходился. За этот трай, ну смотри, мне, Роги, Менску, Ханту и Филипцу. Хорошо. А за что Ханту и Роги? За то, что они не напуливали. Откуда ты знаешь, что они не напуливают? Как ты это проверяешь? Смотри, ну я бы не мог сорвать ни флоу мага Магро. Но тебя убил Халион. А его задача напуливать маленький трэш. Меня убил Халион, вот именно. Ну, а он Хант напуливает маленький трэш. Значит, ДК еще кидает. Или тебе, потому что ты не стопнул дамаг. У меня копии закончились. Да, почему до этого так... ты не срывал? Я тут, значит, напуливали в прошлый раз. Воу. Может быть, на меня кто-то триксы кидает, либо буду напуливать, я откуда знаю. На пол 30 секунд. Если мы во тьме стоим дольше, вот когда портал открылся, то трэш быстрее будет. И на пол не откатится к трэшу, и тогда вы все сдохнете, блядь, понимаешь? У тебя 30 секунд КД, ты в свету напуливаешь, проходит 30 секунд, и напуливаешь трэш, когда они уже все в кучке как раз таки будут. Я, наверное, что-то не понял, да? Если они будут все в кучке до напула, вы все сдохнете. Смотри, псих. Какие же вы конченые. Слушай, псих, у тебя там на фоне какой-то чувак говорит, да-да-да-да-да. А за что, Олег, ты сейчас начистил ГП Айкен Блинку? Ну, он попросил просто. От чего он умер? От босса. Алён его убил. Но он один от этого умер? Нет, еще начисляю ГП, не волнуйся. Тебе это ж про... Тебе накинуть ГП за то, что ты умер в мелизоне от моба. Я вот не накинули, кстати. Я не умирал в мелизоне от моба, я умирал далеко от моба. Ханту и Роги еще, давай на пулы. Это твой брат там сидит, блядь? Так, подожди, я кинблинку два раза, Минску убил. Ладно, давай, чек на пул, погнали. Потом разберемся. Ладно, я тогда буду меньше дамажить сейчас. Мы тогда умрем от нехватки ДПСа. Ну окей. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. У меня 65%. Я не буду бить, хорошо, я скину игру. Сейчас я не бью босса, я скидываю игру. Можем, спасибо. Сейчас будет метеорит или метеор, как его часто называют. А когда будете добры, внимательно, сейчас ножа, потому что в этом попробуем притонет и умереть. Принц, аккуратно, Грозкин. Вася, там только 70. Ну ты лучше скинь. Мелко, идите, алло. Пожалуйста, ты мелкий трэш, пока заходите, вы заходите. Смотри, пейте пока. А, да,
да, вот так, да. Шуклонский красавчик. Шуклонский, ты видите? Да не, он танчик. Блять, не танчик, на мне это пиздец. Так, там лезвие сейчас? Нет, но сейчас будет. Блять, уж стоят, Олег стоит, а драмальчик стоит, нет, чтобы эти мелких трэш заливать. В окне захила нет. Ну я оставался там рысовым. Можем. Скажешь, куда зайти? Можно, только быстрее. 2 секунды. Давайте, 2 секунды. Спасибо, Глыба. Глыба, что спасал? Да я ж не знал. Че, вопрос рвал, да? Ага. Вали бутерболу. Да теперь он точно не сорвет. Десят. Выходим в свет. Следите за меткой. За груз следите. Это понятно. Не, не давай, Рос, подожди. Вставай. Все, давайте Рос, баф, помогу. Красочку. Краски. Ставим куда. СС на ремонт, пожалуйста. 4 минуты. Бля, я прожал звездопад. Поклонск, лови трэш, сейчас на меня побьет. Диман, давайте Роза, дермалик, выноси. РДД, давайте, пошел в зоне, поменяйте мелкий трэш. Диман, давайте Роза. Я дал. Не бейте колени сюда, пожалуйста. Смотри, чем я бью. Вам говорю. Так я ему бью. Ох, успел агрос принять. Диспел кредита, Айкин Блинк, превратись в топ-раз диспел. Побежали метеор. Чего нету рейдфрейма. Ладно, я подиспелю. Так, он уже в рейде. Боже, КД хилл. РДД большого голема. Поклон. Вот смотри, Поклонский, надо было тебя груз скинуть. Блин, слушай, я хуй знаю, я знаю, все ЛП в него отдавал. Один ЛП просто был в этом. Да там таун. Что это было сейчас? Вот давайте, что это сейчас было? При чем? Что ты не нажал таун? Пацаны, вот что это было? Виталик бы успел нажать таун. Да не говорю, что это было? Да, груз сорвали просто. Да помолчи, наверное, Поклонский прожал мастан. Мастан Поклонский прожал, на нем агро был. А зачем ты мастан? Ну, блядь, мастаун, то есть. Слышь, так в прошлый раз так и было. Снимай ГП рогом, блядь. Я херею. Какой в прошлый раз? Ну, вот прошлый раз, который там псих сорвал. Это он стаунтил. Ну, псих сорвал, его точечно убил, босс. Никто не таунтил. Психа повернулся, халион, и мили атакой убил. Так вот он не меня, только одного убил. Да. Слушай, можем мы эти две мелки перекурим, в кредит сделать ПДК, а кто там потанчит и ел. Почему ты решил, что у кредита нет ПДК? Ваня, почему ты... Блять, пусть они АДК делают. Ну что за херня? Ваня слышит одно предложение, потом ВРК говорит, ну короче, давайте все-таки сделаем так, как вы мне только что 5 раз сказали. Мамонт, мамонт, есть у кого-то мамонт? Вот сейчас реально вопрос был во в кредите. Если бы был в кредит, а не Дэнни Герл, то у Поклонского бы мастаунт не сработал. Вот сейчас да. Не, ну согласись, что в кредит забрал бы босса просто сразу. Да, да, да. Он тоже сразу забрал. Нет. В смысле, мы остаунт ровно во время дыхания прожали, как когда ему нужно было забирать босса. Нет, там долго мы стояли. Слишком много таунтов что-то в последнее время в рейде. Виталий бы все равно успел бы.
Почему у нас в гильдии обычный косяк человека, допустим, умер в лезвиях там или еще что-то, приравнивается к вайпу рейда? Вот кто-то вайпает рейд одним своим действием, кто-то просто легкий косячок допускает. А ГП всем одинаково. Это же все равно наркотики, хоть легкие, хоть какие. А, спасибо, Виталий. Не, ну типа, понял, если ты там траву будешь курить, то ты, может, ну, слезешь, а если ты на спайсуху сел, то ты стопудово сдох. Ну как бы, если ты сел на спайсуху, ты по-любому курил траву. Акин Блинк там... Да мало ли, может, я сразу с химии начал. Ты видишь, вот у нас гильдия стукачей началась. Третий раз ГП надо. Ему кинули живой, просто тут прикол. Ну ладно. Не, просто мультик смотрел Парагонов, там у них тоже такой маг тупой, как этот. Витальич, ты тут? Все готовы? Да, просто такой же, как и Войт. Не может напулить босса, да, он. Напуливал босса. Да, я вижу. Да, да. О, может, конченый. Поиграешь под... Да нет, спасибо. Накидывай ГП. Так, дед вар стоп, не ДПС. Да подожди. Ты по игру врываешься. Так. А, на Рекс уже есть, можно, можно сорвать его, короче. Не сомневайся. Не, сейчас я перебегу и стопну. Бежали. Чуть четко разведу, да? А мне вот как вот через хвост теперь бегать? ГЦ воет. Да, пасса, поднимай войты. Адромалик. Когда 3 минуты? Адромалик не поднимай, заходим в уже. Эй, коварный уже, так. Причем сдохнет 3 минуты, а не тряпки. Хочу увидеть ГП, кто умирает в луже. А, я хочу войдовское ГП увидеть. Короче, Филипец тут или нет? Да, он давно же ушел уже. Блять. Начал, короче, бежать, когда было дыхание. Я был перед мордой. Когда он уже дышал, я был за центром, возле задней лапы. Я все равно получил урон. Короче, не важно, где он сдох. Важно, где он был, начало дыхания. Но это его, типа, там проблем. Я тогда тоже получил урон, просто я латник, я не сдох. Я видел, да, ты тоже туда просил. Я поэтому и начал его защищать, думал, там все нормально. Ну я прям потестил только что. Ты тупой, я говорю, был уже сзади босса. Нет, оно запоминает, кто был в момент начала дыхания перед мордой. Просто потому что с жопой происходит. Твоей? Мне кажется, мысли тоже оттуда у тебя происходят, блядь. Мне надо уходить уже через трайна, может через два, поэтому давайте убиваем. Решал качнуть мне приставку на кухню. Бля, 2 часа. После амбафа все что-то расслабили. Кредит, Ренанта, кредит. Все готовы, давайте зайдем. Протанчик, давай на позицию. Все, протанчи, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Полы полосец. Узреть начало эры разрушения. Дегар у нас нет. Сейчас боссы тоже эксцессованы стали, поэтому их сложно убивать. Побежали. Поэтому мы не будем так. Мы же в рейде, караул.
200 000 у голема, что 300. Давайте, заходите все, заходите. Заходите, время еще есть. Метка с лезвием, внимательно, айкинглинг. Васап, унеси. Свет. Давайте в свет выходим. Юрий, ты давай рост. Встали в квадрат. СС на ходу пара. Поможешь меня? Ходить справа. Так, метеор. Побежали. Во тьме давайте рост. Дады для большого голема, но это не трэш. Холёный святой убить. Натягивай дальше ноги. И ходик слишком сильно замедляет. Откинь, откинь. Забивайте его трэш, не увеличивай себя. Нормально, не себе. Встанет туда. Сейчас будет метеор. На танке давайте в квадрат. Все, свет, прекратили бить хлеб. Мы ждем большого времени. Ренанта метка. Поклонский давай сапку. Сапку и катер на ДДК. Вторая шагаем свет. Демостопник, демостопник. Нет! Юрий, тотем от огня поставь. Нет, есть. Да нет, теперь есть. Да, побежали. Побежали. Играйте холёно, пока свет. Тьма, стопайте холёно, 2 секунды не видим. Беги, малышка, беги! Победа большого голема. Поклонский, дальше проведи трэш. Так, не бей, не бей, бросай. Ставим туда. Дальше, не сильно. Так, падение метеора, побежали.
быстрее трэш надо сать. Мы же в рейде. Прости, Лерик, Дима, не бей, не бей. Зачем ты ставишь туда? Мы трэш человек. Играйте пока в трэш. Тихо, не бей большого, сорвешь. Встали в квадрат. Подромали на семерку. Всё, ждём. Метеорит, побежали. Вот так вот, вот, вот так вот. Вот так вот. Так и блин, агро. Красава. Насладитесь, сполна ее вкусом. Нормально, да? Ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Этот. Короче, кто мне доказывал, что невозможно без пли? И вообще ни одной пли не дал за трай. Вообще ни одной. Что это такое? Аня, ты доказывал, да? Ну, на третьей фазе я плей пли не жмал. Я только на первой фазе и на переходе. Что такое пли? Пли. Клятва, святая клятва. Ну, короче, я даже на переходке не жал, понял? Когда вы убили големов, у меня было 40... Ну, автотака рисовал, да? Да, весь бой. Ну, короче, тут осталось, понял? Один мобик маленький остался на Поклонском, а я в него всю ману резнул себе на переходке. Ну ты просто третий по ХПСу, поэтому, блядь. Да как я третий, я же святу был, а ты во тьме был. Ну и что? Ну так а потом сколько не было? Ты в ресу, ты третий, ты так и не перекидывал. Ну короче, вот когда Юрид зашел во тьму, у меня на 300 тысяч был отрыв от него, то есть я на 140 тысяч его сейчас перехилил.